Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии «За Германию в Sid Meier's Civilization 6» с NQ-модом. Если вы не видели первую серию, то рекомендую начать просмотр именно с нее. Все-таки лучше смотреть сериал с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, а где у нас там гильдии у меня по... В этом моде только после гильдии открывается возможность. Сейчас я скоро в лучника выйду. Тогда дополнительный район строить. Против... Да блин. Да, далековато. В общем, я понял тактику с варварами. Просто на них не обращай внимания. Вот они мне столицу наполовину... Ушатали, постояли, и три коня побежали на Рим. Сменили приоритеты. Но они просто разграбили. Ну, вот куда все, лучше, интересно, сюда или сюда? Половину и ушли. Ну, они же варвары. Леша, где у тебя соседи? Относительно этого. Внизу. Там ты забираешь со своего рабочего, индус? А ну, пока сюда пойду. Ну, он сейчас будет бегать. Он тебе нужен сильно? Нет, ну просто я думал, что ты сейчас его заберу. Сейчас, сейчас заберу. Влад, так у тебя города все справа от меня получаются? Да, притом в линию. Поэтому то есть выше ГГшки у тебя нет ничего, да? Какой ГГшки? Ты не нашел ГГшку еще выше тебя? Я ничего не нашел, ребят, мне тут все очень плохо. Я не могу никуда идти, потому что... Ну, давай, я дам тебе меточку, Влад. Ну что ты сам делаешь? Три хода. Очень много ГГшка. Ну, я буду ставить города, чтобы ты понял, выше, вот, ну, на, типа, вот над Мельберном и над моей столицей. Я думаю, строить поселенцы, ладно, давайте поселенцы здесь. Я буду вверх селиться, потому что внизу Кафка, как бы, и там, ну, я не особо есть. У меня тут выбрано поселенцы. Слева ты, поэтому я пойду вверх, а справа тут как бы 9 ходов поселения, ладно, и тут поселенцы. Видишь? Варвары, Total War. Я сейчас варварами разберусь и пойду. Ну, если я сейчас смогу в темный век выйти, то у меня прям вообще все замечательно. Один год мне осталось потерпеть. Просто. Привет. Просто, ну вот просто подгорает. Вот, блин, надо было забрать на самом деле твоего рабочего. Лучше бы ты мне объявил войну и забрал бы этого. С этого хоть какой-то бы выход. Влада, одно очко осталось. Да просто, я понимаю, у меня оставался один ход, я мог забрать его рабочего, там, я даже не посмотрел, сколько у него там очков действия осталось. Ну, думаю, ладно, оставлю ему, и остался. И просто прибежали всадники и забрали моего... Спасибо за мою щедрость, там, я не знаю, как это называют. Хорошо получилось, согласен. Ладно, пока. Сюда куда-нибудь поведу. Надо, наверное, еще... Видите, сколько? 4 производства сразу дается. А там 2 производства стратегических ресурсов. Тут поставлю, еще будет... Ну, то есть... Такой вроде пантеон и... Не особо классный, а с другой стороны, прилично производство дает. Ты, может, меня вообще это обманываешь, там нет никакого чуда? Вот я что-то воинов потанковал. Да нет, Влад... сейчас увидишь. Там хорошее чудо. Хорошее. Ну, ладно. Что, прям вверх? Да, построить есть. Район, чтобы трудовую повинность ускорить, пойду. Ведь еще 2 подруга открыть. Так это правильная дипломатия. Так заманить. Селенцы, варвары. Чудо хорошее, обещаю. Кавалерия. Может, кавалерию поднастроить? Да, потом, блин, ребят, ну простите, что-то потерялось. Думал, что на снизу, да? Варвары разграбили просто. Ну, колясок, например. Я имел в виду с моего верху, не с твоего. Нет, просто двигайся своим скаутом вверх. Там как раз конец. Ну, я в темный век вышел. Серьезно? Отлично. Я не видел. Здорово. Что-то меня... Так, значит, берем... Это наказание. Сори, что тебя подблочат, на самом деле это не специально. Тут еще исторические хроники, теологию ускорил. Так, исторические что хроники, наверное, я сам. А, нет. А теологию. А, так это я обе эти ускорил.
в руинке найдено ускорение сразу двух цивиков. Интересно. Что, давайте мы, наверное, починим камень, а потом пойдем попробуем сделать апельсинку обработать. Так, вот теперь можно исследовать дальше все. Если все еще ни одной ГГшки не нашел. Содержу в курсе. Сейчас, подожди, я. Так тебя же там варвары осаждают. Какие ГГшки? Ты же даже ходить нигде не можешь. По эра новая. Ну тогда пофиг. Да. Уже новая эра. Рим и Индия в нормальную вышли. Араб в темный. Кстати, непонятно пока еще, куда эти города. Ну, вот тут, на реке, например, как вариант. Вопрос, как, насколько там далеко соседи, конечно. Давайте верховую езду пока откроем. О, я еще и ученичество могу сразу. И ученичество сразу пойдем. Чтобы наши ганзы там рядышком находились. Еще и куча, вот тут где-то город может влезть, тут, то есть надо вот эти места исследовать. Понятненько у нас, что я открыл, блин. Я теперь понял, то есть этот континент я не открыл, я его просто увидел благодаря Маскату, но не считал, что я его открыл, а теперь только я открыл, вот поэтому мне не дали... тупо. По-моему, это тупо. Так, Франкфурт почему не растет? Потому что еды особо нету. Да, надо будет купить тут клетки, да, апельсины как раз... Может сейчас прямо и купить? Тут Франкфурт рос. Еда 4, тут 3 производства. Нормально, вот так. То есть 5-5 как раз к моменту здесь где-то ромашку можно сделать будет. Правда, соль. В любом случае, я, наверное, сейчас коммерческий район тут поставлю. Ну, 17 ходов строитель будет делаться. Ну, потому что следующая эра. О, новый. Наконец-то. Магнус. В Ахен. Пока начнем вырубать. Блин, так я его давно мог назначить. Ё-моё, блин. И вырубать тут что-то я забыл. Совсем про Магнуса. Так, ну и что? Куда вести город? Вот этот мы, наверное, в ту сторону все-таки. Ну, походи, пожалуйста. О, здесь еще и
Ага, и там города араба. Отлично, надо вот сюда везти. Мне кажется, араб где-то тут хочет ставить, а я как раз сюда поставлю. Потому что тут мне меньше нравится территория, чем в эту сторону. Стоунхендж кто-то построил. Так. Этот прачник идет тут, защищая поселенца. Значит, этот сюда. Поставьте паузу на минуту, пожалуйста. Поставил. Еще кого-то встретил. Китай. Привет. Здорово. Что-то я даже не вижу твой юнит. А я пробежал мимо твоего воина, вот по твоему городу, я не знаю, что это. А, теперь вижу. А на пойме нельзя, да, районы ставить? Нет, нельзя. Можно. Египту. Обидочка. Анубия. У, еще и... Нет? Нет, по-моему, только Египет. Нет, только Египет. Блин, если я успею еще и лис выкупить здесь, то это вообще будет офигительный город с тремя люксами. Видишь, я тебя не обманывал про чудо. Угу. Ну, нифига там чудо у кого-то. Не, ну там хорошая клетка с этим серебром такая прям. Не, почему ты не покажешь чудо, Влад, ну? Ну, оно справа, над моей столицей, я же всем говорю. Ясемити клетка 2-2-2-2. Ясемити? Нет, там другое чудо. Это у кого? А то есть же там еще одно есть? У Арабии. Приятно быть. Видите, арабе. Как мы центр коммерции еще удачно с этим с соседством с другим. Тут, да, тут у меня будет правительственный район. Ни у кого ничего не будет. От Франкфурта центр коммерции тут где-нибудь еще поставим. Меня а тут можно, например, здесь вот, да, кампус, а тут какой-нибудь культурный. Еще бахнуть. Скажите мне вопрос, вот я не знаю, пророка варвары могут забрать? Пойди не просто вернуть его в столицу. Или ближайший город. Не, они того могут забрать, но какая ничего. Типа ты его по идее не потеряешь. Так, ну и куда? Пока, наверное, сюда поведем. Смотрите, здесь уже какая-то лояльность идет. Я бы, наверное, вот сюда поставил. Здесь что-то такое армию строишь резко. Я так, настрою. Возьмем олигархию. 140. У тебя бы были эти варвары под боком, ты бы тоже строил. Хавка 20 на у меня два лагеря с конниками. Инвиктус, мы наконец-то встретились. Ты рад меня видеть? Я твой сосед? Я рад, что ты от меня далеко, может. Ну все, давай ресурс. Какой ты жаден на ресурс, а? Ты говорил, ты тебя ж никто за язык не тянул. А теперь мне придется думать, что ты жадина говядина. Папа, ты ж не жадный, правильно? Ну я говядина. Ну уж не свинина точно, да. Так, так, так. Ну вот мне сейчас важно эти два города тут поставить, потому что там, похоже, меня араб может подселить. Ну, тут, вот сюда он вряд ли, конечно, а вот здесь...
Да нет, тут тоже, наверное, вряд ли. Что? Фиг знает, где границы. Опа, что сейчас было? Так, значит, Маскат кампус, Женева писатель, Канди кампус, военный лагерь. Чего я второго не посадил никуда? Блин, и кого? Кого и куда? Вот в чем вопрос. Может, Амани в Маскат? А? Женева что дает? Плюс 15% науки. Ну, это более без войны. Кумаси еще классные. Ваши торговые пути к любому городу-государству дают плюс 2 культуры. Плюс 1 золото за каждый специализированный... А, к любому городу-государству. Тогда он похуже, конечно. Ну вот, в Маскат, может, Амани. Ладно, пока. Хотя, довольство... Давайте назначу в Маскат Амани. То есть это она сразу моим сюзереном станет. Блин, разграбили меня оливки варвары. Еще и преслов первым нашел. Куда я сюда веду, да, город? Так, этот под защитой. Этот под защитой. Тут что-то надо вниз сбегать, посмотреть. Что у нас там? Тут меня... Варвары догнать пытаются. Первый коммерческий район построен. Где тут города араба? Вот они. Ну, далековато, я не думаю, что он будет особо противиться. Пока не буду дружбу заключать, потому что... Не уверен, что он не будет вести там юниты. Так, тут у нас тундра, я так понимаю, сверху. Тут вот есть озеро. То есть вот этого поселенца пока непонятно куда ставить. Что у нас по развитию? Китай 21 наука, 14. Ну, то есть у нас средняя, вот у китайца. Я думаю, что китаец построил какие-то офигенные кампусы. Поляк уже кампус построил. Я, как всегда, на кампусы забиваю поначалу. Магнус прибыл, тут можно вырубать уже начинать все. У меня есть ход на размышление. Я бы, если честно, воткнул, но я бы воткнул, получается, на третьем радиусе. Там еще один не встанет, да, я понимаю? Ну, арабка тут вот сюда ведет. Я могу правее на клетку поставить. Куда ты хочешь? Поставь меня, куда ты хочешь, и решим как-то. Я боюсь ставить метку. Получается, что на две клетки ниже нефрита лететь. Если я тыкну правее, раз, два... Ну нет, вот нет, около крабов. Инвиктус, по-моему, твой скаут не очень удачно тут зашел. Можно так сделать, я думаю. Как тебе не стыдно прятаться за спину моего бедного скаута полжого? Очень нормально. Я уже столько от себя на себя ударов принял от этих ребят, что вообще никакого не испытываю чувства стыда, прячась от них. Чувство боли.
Да, вот чувство боли есть. Так, ну я сейчас дострою, как раз поменяю карточку, наверное, на строителей надо будет поменять. Ну, Сергей Юрьевич. А ты все-таки пытался, да? Ты пытался, да? Нет, я не пытался. Подумывал, но я думал, в этот ход успеть срубить на то. Отлично успеваю купить лисичек. Так, ладно, где чудо? Здорово. Влад, расскажи. Над Канберой или где? Да. Так. Вот так, это, я построил вот поселенца, было. Надо менять. Это не самое плохое. На строителей. Самое хорошее, но и не самое плохое. А потом еще, когда доведу последнего посела. Я-то сюда шел, зачем ты видите? Так. Это нормально? Ай, что у нас тут? Так, еще тут ставлю город. Жоржа, куда поселенца ведешь? А, прям здесь. Стоит. Бля, по где я нашел? Вниз, но там стрелуль с кельмом появился, такие красивые. Не понял. Ну да, ну я ж вроде как за горами. В некотором смысле. Так. Тоже центр коммерции давайте. Блин, вот тут, наверное, все-таки надо. Вот тут, наверное, буду. Тут, конечно, лучше кампус будет поставить. Хотя кампус и вот тут неплохо. Ну, например, вот это место для кампуса Майнца, а вот тут место для кампуса Франкфурта. Вот как-то так. Куда отправим? Ну, в Маскате у меня и так Амани. Давайте Женеву тогда. Или может подержать, пока послабать, пока подержим. Так. Фига себе, у тебя уже миссионеры, араб. И давно. Уже религию распространяешь тут. Бактерии распространяешь. А это его вот это, да, рыбная религия? Нет. А, рыбная, да, если про это, про значок. Да, просто я не знаю, что означает like to eat. Это с Аватара мультика. Две рыбки этих. И не я, да, точно. Так, ну и куда мне последний этот город поставить? Тут вот мне нравится, как мы поселились. Может вот сюда? Единственное, мне не нравится, что тут никаких ресурсов не будет. Не хочешь ничего взять полезное в религии? Зато... Плотненько. Это он взял на промочку? Да, давайте, наверное, сюда поведем. Ну так дом собрания где устроить? Я имею в виду что-нибудь полезное, там, столько печенье или как он там. Вернусь. Не, ничего не походил. Да, у меня ж таймера нету. Ожидайте, пожалуйста. Так, это что у нас тут? Так, кстати, а чем закончилась вот эта сумасшедшая игра, Лёш, где там без бана нации на архипелаге? Ну, видишь. А, то есть без спойлеров, да, игра? Ну, я не понимаю, ты ее смотришь или тебе просто хочется знать, чем закончилась? Я её смотрю. Ну, так, смысл? Так, ну что, исторические хроники открывать. Более оно у меня ускорено. Очень в тему. Так, и карточку я тут поменял, да? Производство, создание строителей, кавалерия. Да все закончил. Так, ну, пирамиды и висячие сады давно построили. Драму и поэзию открыли. Ахен в жилье. Ну, народ, я 2 минуты без чая, без этого, без голосового. Деревню, в которой
Я так и не понял, где это племя было. Может, там, куда поселенец встал? Только у меня рассинхрон. Да. Все нормально, все нормально. Все нормально, мы пока не будем тебя сносить. Надо этого варвара добить. О! Мне вот это железо надо, потому что, ну, пантеон, сами понимаете. Так. Может, нужно что-нибудь быстрее открыть, потому что мне можно уже черную карточку ставить. Давайте я мистицизм открою, а потом уже исторические хроники. Я подожду, наверное. Пойду уже с этим. С подзащитой пойду. Так, что у нас тут в Ахине? Да, жилья уже. Можно переключать на производство. Так, в Берлине. Берлин у нас что-то не растет. Давайте так. Может, красителя ему пока передать? Все равно Ахен не обрабатывает. Больше друзья, друзья, потом крестовый поход и погнали. А что, Польша крестовый поход взяла? Нет, я же Китай спросил, где что-то полезное. Зачем крестовый поход? Ну вы следите за ним, он сейчас, да, распространит религию на вас, потом берет крестовый поход и... Здравствуйте, добрый вечер. Ну это же к танкам ближе. По схемам Сандро. А, тут еще и Пантанал. Да, этот делся. Скаут варварский. Ну, непонятно, где с другой стороны. Вообще, тут, ну, тут не видно влияния. Влияние только вот от арабских городов. Так, куда я решал? Вот сюда, по-моему, ставить, да? Ой, что-то подвисает. Двух послов. Так, поменять надо. А, блин, я ж не поставил город. Я ж не смогу город поставить. Ё-моё. Зря открывал мистицизм, честно говоря. Забыл, что эта черная карточка еще город не позволяет ставить. Мы пока все оставим как есть. Здесь. Смотри, у варваров. Давайте строителя. Так, сколько у нас там ходов? Ну, нормально, должен в героически выходить. Так, там я все посмотрел, пойдем сюда. Золотой век, походу, только можно брать нормально типа, тем, у кого есть ранний юнит, напишет. Еще раз. Ну, ранний юнит на плюс 4 качка. А, ну, его можно в любом случае обнять. Просто я стал для... сюзереном Маската. Стал. Для меня в Ахине счастье, религии, куча. Тебя его много, и ты просто можешь покупать очень много вещей за религию. Ну, типа, там, поселков, рабочих, очень быстро. К нему мне всегда вот это нравилось. Тут, конечно, кампус классный, вот тут кампус классный будет.
Так, начинаем вырубать леса под Магнусом. Давайте еще одного строителя сразу. Я там еще, кстати, не могу никакого губернатора взять. Там тебе убитый бежит вражеский разведка. Кому? Ко мне? Нет, Кавкин один ход остался бы. Ну, мне пока вроде нравится, как меня тут расселилось. Немножко вот только вот седьмой город, наверное. Может быть, не очень. Может быть, стоило где-то тут писать. Но с другой стороны, все вот так вокруг столицы. И плотненько, и не особо выпячивая. Может, еще вот Ульм. Ульм, если араб захочет его брать, он... С другой стороны, тут стоят эти реки. То есть, ему надо... То есть он будет сколько ходов терять через эти реки перебираться. Это тоже как преграда такая приличная. Так что нормально, нормально. Так, араб, ты мне тут Ахин пытаешься свою религию обратить, да? Даже не спрашивая? Конечно. Ясно. Ну, дуболом мультикоцаный. О, Лиссабон. Тоже хорошая ГГшечка. Так, в Маскат кто-нибудь отправлял что-нибудь? Жоржа только один отправил. Как и договаривались. Так, следующим ходом и как раз поменяю карточку, да. То, что надо. Ты-то смелый город. Это очень смелый город. Какой? Где? Индус поставил. Очень смелый город. Какой Мадурай? Давайте из Ульма. Мне надо Ульм именно прокачивать. Я, то есть я все-таки опасаюсь у арабов. Мне, конечно, надо посмотреть в моде, насколько... А арабских этих мамлюков сильно в моде? Вообще не трогали. Так, понятненько. Давай мы просто будем дружить. Давай. Только ты мне не будешь города сильно обращать. Хорошо. Просто я не вижу, если бы у тебя были верования какие-нибудь, которые классные мне были. Если ты возьмешь что-нибудь там, типа, на производство, там, что-нибудь, а так вот, что это? А защитник у тебя не работает? Не знаю. Работает защитник веры в чужих городах? Ну, в смысле, вот если он большинство моих городов в свою веру обратит, будет у меня защитник веры работать? Алло, алло. Насколько я знаю, нет. Хотя я ни разу это не... Скажи мне, Калента, вот этот город поставил Хайдербабант. Зачем вообще? Хайдерабад. А зачем города ставить? Не, ну ты... У тебя есть какое-то понятие, как ставящие города? Или ты построил в Бухалу просто так, а Бу? Я всегда бессмысленно города свои ставлю. А потом, а вдруг, как бы, вывезет. А что, там надо какие-то правила по городам есть, да? Лёш, ты просто не шаришь. Ну вот я первый раз слышу вот про это. Инвиктус какие-то правила придумывает. Все ясно. Так, наконец-то изоляционизм могу поставить. Мне вот эти производства, 5 производств от железа очень нравятся. Так. Вопрос, вырубать ли здесь леса. Вот мне тут, честно говоря, я бы их оставил. Потому что как-то не особо тут много
Зачем ты... Лёш, а подскажи, а вот эта вот ГГшка, которая под Франк, там, она живёт? Савка, а зачем ты вправо походил? Я ж город... ГГшка под Франкфуртом? А, ты сюда выходил? Я просто разведываю. Тут каракарта, но я просто, ну я же специально что-то... Блин, какой я дебил. Вместо того, чтобы... Ой, сначала поставить город, потом поменять карточку. Я вот просто не знаю, просто у меня тут 5 городов, и не знаю, есть смысл. Что, в античную республику? Не хочу я переключаться в античную республику. Не, ну у тебя есть место вверху, не надо. Вот я вижу, по крайней мере, одно место вот шикарное. Блин, ну что я сделал? Да я поставлю, и вот один снизу, и все. Может, там, конечно, выше над ГГшкой. Если ты не знал, индус, то это называется подселение. Ты не подселил нереалити городом, то есть, понимаешь? Это третья клетка от моей столицы. Война, война. Не ставят такие города. Третья клетка от столицы, индус. Еще и пряности выкупил. Еще и пряности выкупил. Объявляй войну, все. Блин, я еще и потерял тут прачника из-за того, что... Так и чё, что, как мне город оставить? Так, ну мне придется возвращать. Сейчас пока... Ну, блин, слушай, поставь все равно здесь, у тебя-то разница-то небольшая, ты шо, ничего не выиграешь. Уходи влево или вверх, или вниз, куда-нибудь. А вверх там нету, да, смысла, наверное, идти? А там край карты, да. Все, тогда я ушел. Так, пока так. Ставлю город. Как, вот смотрите, одна невнимательность и сколько сразу на ровном месте проблем. Да. Просто на ровном месте. Короче. Короче, дружбу ты не хочешь со мной, я понял. Воевать со мной хочешь. Нет, можно, но... Так чисто типа, ну, показал для приемов, мне кажется, ну, как-то... рановато. Еще строители. Хотя вот сейчас уже третий. Давайте, наверное, Лян возьму. Я ж не ты, я ж не буду требовать этот денег. Какой мне город нравится развивать? Давайте в Ульм. Все, пацаны, победа культуркой поехала. Все. Бегите, бегите. Что там у тебя? А, нет, так 6 туристов не выигрывается. Все уже, 6 туристов это... Это нет. Упустил свой шанс. Короче, эта фишка с престижем, она такая обманчивая очень сильно. Потому что я, когда клетки обрабатываю рядом, они понижают престиж, и кампус, который был на плюс 6, теперь на плюс 4. Грустно. Ну да. Ну потому что шахты уменьшают престиж. Я понимаю почему, просто знаешь, это такой момент, который вначале ты не держишь в себе. Ну типа обидно, да как? Так, а я теперь заберу себе или тебе... Или вырубить эти... Я просто его не... Леса здесь да сделать. Да не, забирай. Сделать эту... Так агрессивно прям сразу повыкупался. Ты сказал забирай, я выкупил. Я человек простой. Можно выкупить, я выкупил. Блин, вот не знаю. Что у нас с чудесами? Оракул можно. Оракул, кстати, вещь. Хотим мы ход подождем. Вот сейчас тут вырублю лес. И сделаем оракул. Так.
Обработку железа, наверное, откроем, или астрологию. Вообще бесстрашно, прям поселком не переносный. О, да тут араб. Ну, так с Римом, плотничком. Так он забил. С парми. И после этого у нас будет скраб. Араб, а тебя не беспокоит, что у Рима 229, а у тебя 72, и что у вас границы рядом? Нет. А чё? Почему не беспокоит? Потому что... Очень джунгли, он запарится сюда проходить. Ему единственный вариант идти через Алину. А, ты еще и бананы у него выкупил. А прямо я сейчас не выкупал. Это город сам. Да, город. Ну, серьезно, 225 против... То есть... Чувака практически больше, чем в 3 раза сила, и тем более у него эти уникальные юниты его. Станешь слабо. Легионы всего лишь. У тебя будет еще, Влад, серебро или... А у кого-нибудь будет, чтобы я пряности мог обменять на роту? Скажите мне. У меня пока я уже 2 гипса, может быть. И 2 слона, и все. Так, Вахин ли? Народ, вот обменяйте мои пряности кто-нибудь, пожалуйста. Сколько ты за это платишь? Не, в смысле, сколько я за это заплачу? Ты очень просишь, я тебе... Ну, 2 компаса строят. Кто компаса строит? Хм. Опа, немца нашел. Так, мне осталось только этого норвежца найти. Он за мной слева ниже. Да, клеток 25. Нет, а все остальные слева от тебя, да? Римлянин, араб. Римлянин под ним. Араб слева. А норвежец? А, норвежец вообще левее ниже меня. Ну или слева от Рим. Как типа. А, блин, не знаю, вырубать эти леса, не вырубать, я что-то... Не могу... Сообразить. Мне вообще не хватает. Так, а вот там вот над Плотском там все пустые территории. Это уже берег. Да, там уже берег. Берег турецкий. Блин, надо вот сюда идти, вырубать лес и ставить кампус. Чудеса все строят. Блин, вот кто покусился на орал? Я. Лёша, два хода оставалось, два хода. А я вырубил тут все. Смотрю, оракул один ход строится, думаю, что не построить. По-моему, аргументировано. Я бы тоже в таком случае его построил. Не, лучше, конечно, всего, когда леса рядом с рекой, тогда они бонус получают там дальше при открытии тех. Но дело в том, что у меня тут не так много производства, чтобы вот эти леса у Ахина вырубать. Хотя, с другой стороны, здесь можно... Так, Лёш, а вот эта ГГшка не падает, которая под Франкфуртом? Она же жить... Под Франкфуртом у меня город Майнц, поэтому я не знаю, о чем ты спрашиваешь. А, ну, правее и ниже Франкфурта, ладно. Правее и ниже Франкфурта. Ты про Женеву? Чего ты не можешь назвать? Да, ты не можешь назвать. Ну не знаю, типа не понять. Ну пока нет. Потом посмотрим. Как бы, Лёша, уже все на 5 центах наученные люди, понимаешь? Уже все. Про геймерс. Никто не палит, ничего. Все дела.
Без научной и военной победы люди иногда играют. Да не иногда, по-моему, всегда. Ну, без военной победы имеет смысл играть, потому что, ну... Смысл. Тут военную победу вряд ли вообще кто-то получит, а вот то, что видны... Видны эти... Войска, это... Важная тема. Ну, не знаю. Мне очень не нравится бан, когда банят этот... победу... научную. Что это объясняется да, тем, что люди типа начинают упарываться в науку и не воюют, и ты ничего не можешь с ним сделать. Но с другой стороны, когда по счету люди на победу играют по счету, тоже как бы чел, который далеко от них и не может никого забрать, у него единственный шанс это улететь, этот шанс забирают. Ну да. Не, научная победа пускай будет. Не, ты... Нет, научную победу имеет смысл включать, если ты играешь на счет. Просто если действительно не на счет играть, а то есть бесконечный, ну не бесконечный, там 250 ходов, то действительно человек, о, рассинхрон. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!